Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD. Всем привет, ребят! С вами Gabzor.com, и сегодня с вами изучим новый видеорегистратор от компании Carcam, анонсированный в начале текущего года. Это модель Carcam Z7. Видеорегистратор выполнен в виде накладки салонного зеркала. Позволяет он в коробке из белоснежного картона. Более подробные характеристики приведены в описании к этому видео. Там же можно найти о ценах. Комплект включает основной блок, зарядное устройство, прикуриватель, USB кабель, пару крепежей и набор документации. Выполнен Carcam Z7 в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи пары резиновых замков. Замки прижимают его к штатному зеркалу в салоне, обеспечивая надежную фиксацию. По площади зеркальный элемент видеорегистратора больше площади, чем у салонного зеркала. Увеличивается обзор. Есть антибликовое покрытие. Сам элемент идеально ровный. В углу расположен логотип производителя. Слева скрывается цветной 4,3-дюймовый дисплей. Экран во время движения не отвлекает. Выводится потоковое изображение с камеры, можно просматривать ранее отснятые ролики и проводить настройку системы. Поддерживает автоматическое выключение экрана. Блок с кнопками расположен на нижнем торце. Для удобства настройки маркировка нанесена с фронтальной стороны. Объектив выполнен в виде шарнира с возможностью поворота и изменения угла наклона. Оптика собрана из группы стеклянных линз с диафрагмой 2.0, угол обзора 150 градусов. На верхнем торце разъем подачи питания, AV-вход, слот для карты памяти и разъем для подключения внешней GPS-антенны. Поддержит накопитель объемом до 128 ГБ. В комплекте с Carcam Z7 идет зарядное устройство с запасом по длине кабеля, позволяющее организовать в салоне скрытый монтаж, спрятав лишнюю под обшивкой. Видеорегистратор предлагает пользователям детальные настройки с выбором разрешения съемки, длительностью роликов, ставится штамп записи, проводится автоматическая корректировка экспозиции и яркости, активируются дополнительные функции безопасного движения. Отображаются данные по работе навигационного модуля, можно посмотреть отснятые ролики. Построен Carcam Z7 на базе процессора IU3522 и матрицы Aptino 0330. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы расширения MOV с кодеком H264. Вместе с видеопотоком фиксируется штамп координат. Для просмотра можно использовать стандартный плеер операционной системы или скачать фирменный с выводом детальной информации по видеосъемке. Ролики отличают резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций. В ночное время свой вклад вносит поддержка функции VDR. Корректируется яркий свет от фар встречных автомобилей и освещение на дороге. Номерные знаки, участники дорожного движения, разметка остаются читаемыми. Carcam Z7 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора, предлагая владельцу возможность скрытого монтажа, сохранения обзора лобового стекла и отсутствие необходимости съема видеорегистратора на время парковки. Плюсом отнесем стоимость относительно предложений конкурентов. Детальные настройки, поддержку емких накопителей, длительное время автономной съемки, качественную сборку, возможность установки дополнительных модулей. С удовольствием обсудим с вами Carcam Z7 в комментариях. Впереди нас ждет много интересных новинок. Всем спасибо и пока-пока. Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD.